честно, на вкусовое мое ощущение, эти фильмы такие были потрясающие, что очень трудно сегодня в новом формате, с новыми актерами, с очень хорошими, сделать... Он должен быть другой фильм. Но имея этот аналог, я думаю, что... Ну, я бы не стала делать. Опять, я говорю лично про себя. Потому что тот фильм был замечательный. И он остается замечательным. Там было все идеально сделано. Фантастически. Вообще, вы знаете, я тут недавно, совершенно случайно, возвращаясь... Вообще, магия черно-белого кино... Ну, «Зори здесь тихие» не подходит. А я тут включила... просто мне надо было послушать там одну информацию. Я включила и попала не на тот канал. И там шел кинофильм «Родная кровь». Я вот как встала, думаю, ну, 2 секунды. Я вдруг поймала себя, что я не могу от этого оторваться. Как это все сделано, музыка актерская, вот эта взрослость, вот эта романтичность среди разрушенной избушки, да, где ничего нет, и вот это вот, эти вещи, они уникальны, они пограничные, но в этой пограничности они вечные, понимаете? Поэтому здесь надо иметь очень большое мужество и какой-то невероятный фантазийный ход, чтобы этот фильм не говорил, ну, понимаете, это очень тонкая тема. Ну, если бы я бы не стала, я бы лучше какой-то другой фильм сняла бы.